трактора пока что не наблюдается. Нестеров шайбой уезжает за ворота. Оказывается на льду, и это гол. 2-2 становится счет. Найджел Доус. Ну а кто же еще? Конечно, Найджел Доус. Выкатывается из-за ворот Нестеров. Здесь не было нарушения правил. Ну а Доус оказывается тут как тут. Здорово бой сыграл, да, в прессинге. Вот то, о чем говорил Квинт. Постоянный прессинг, игра в корпус. Нестеров попадается на эту удочку, а Доус сравнивает счет в этой встрече и набирает 8-е очко